другое утверждение. Это число делится на 4. Еще одно утверждение. Делится на 12. И последнее. Делится на 24. Известно, что среди этих утверждений ровно одно ложное. То есть три истинных и одна ложь. Написано 4 утверждения. Из них ровно одно ложное. Вопрос. Какое число? Да, пожалуйста. 12. Число 12 не делится на 24, а на эти делится. Хорошо, хорошо. Но вы не доказали, что нет других вариантов. Но действительно, одно такое число придумали. Да, пожалуйста. Только не может делиться, а обязана делиться. Да, потому что 24 может разделить. Отлично. Все. Правильно. Ребята, мысль такая. 24 делится и на это, и на это, и на это. Поэтому, если так случилось, что вот это утверждение истинно, то из него на самом деле следует и это, а отсюда следует, ну и из него тоже, и следует это. Поэтому, если мы знаем, что одно утверждение ложное, то на самом деле ложное вот это. Вот это ложь, а это, давайте я поставлю здесь минусик, а здесь поставлю плюсик. Замечательно. Но в задаче спрашивали. Нет. В задаче спрашивали, какое число. Вы сказали 12. На самом деле ответ неверен. Минус 12. Минус 12 тоже хорошо. А еще? 36. 36. А еще? 60. 60. А еще как-то одна формула записана. Смотрите, число делится на 12, 24, но не делится на 24. 24n плюс 12. Абсолютно верно. 24n плюс 12, где n любое целое число. Хотите 0, тогда будет это. Хотите минус 1, хотите 1, хотите что там? 2, ну и так далее.